Он тоже писал там документы. В общем так, хотел бы тоже выразить спасибо всем людям, которые делали репосты. Это группа игрового Батискаф, группа Киномания. Я могу сейчас всех не вспомнить. Это чудесная 2D игры, видеогейм Нёрд. Уютный подвальчик нам не сделал репост, так что... А? Гады. В общем, очень много людей поддержали. Я очень рад, что вы все пришли. Я на самом деле думал, что соберется два коллеги, и мы сидим, поиграем, по-моему, разойдемся. В общем, такое, смотрите, нам сейчас нужно решить то, с чего мы начнем, как бы, турнир, с чего мы будем играть первым. Можем мы, типа, нарастающий, типа, от Dendy, Sega, SNES, PlayStation, либо... Да, самое сложное, с черепашек этих на Dendy. Водку кто-нибудь пронес под полу? Я на черно-белый телек посмотрел. Если ты хочешь пронять черно-белый телек, у нас, смотри, у нас просто такая проблема сегодня была, мы подключали Dendy к проектору, и он выводился в черно-белом с помехами. То есть... У нас может настроить как-то в проекте или формат канала? Полсекам. Просто вот эту штуку он понимает без проблем, так что я думаю, у меня сейчас смысл заморачиваться, это мой косяк, что я не успел.